Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит чисто информационный характер. Это видео по проекту, который успешно у нас стартовал, Мультифинанс. Стартовал 21.12 в 19.00 по Москве. У меня на балансе 22.50. Я хочу вывести денежку. Так, здесь несколько тарифов. За 50 рублей, 150, 350 и 750 рублей. Вот здесь нажмете площадки. И здесь все кратко расписано. Площадка старт за 50 рублей. Выход 1917. Стандарт за 150 рублей. Выход 6670. За 350 16875 выход. И площадка VIP. 750, выход 28 890, и итоговая доходность с одного аккаунта 54 351 рубль. Значит, далее что? Давайте я выведу денежки. Так, вывод. Выбираю платежную систему Payeer и вставляю, так, Payeer, номер кошелька и сумму. Так, здесь надо подгонять. Сколько у меня там? 22.50, да? Сейчас 22. Так, нет. Выводим 21. Так, точка 0.0. Так, 0.0. И я получу 21.95. Нажимаю «Вывести». Так, заявка на вывод успешно создана. Проверить. Так, в процессе обработки. Так, возвращаюсь в кабинет. У меня здесь вкладочка рефералы. 7 человек, ни один не проплатился. Это у меня пришли переливы. Я не понимаю, зачем люди регистрируются. Но у нас, как знаете, в интернете одни зарабатывают, а другие смотрят, как зарабатывают. Значит, ну здесь промо-транзакции. Сейчас я поставлю на паузу и подожду вывод. Денежка пришла в районе 1 минуты. Так, 21 рубль Payeer у нас берет комиссию. Так, детали. 23.12, 18 год. Так, 0 минут. Проект платит. Все супер. На балансе у меня осталось 55 копеек. Кому интересно, присоединяемся. Проект свежий, перспективный, хороший проект, хороший админ. Ну, все супер, я довольна. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.